нужно ли делать молекулярно-генетическое исследование удаленной опухоли. В некоторых случаях это помогает принять более адекватное решение по поводу назначения либо не назначения, либо выбора химиотерапии. Если речь идет о лечении рака четвертой стадии, то молекулярно-генетическое исследование помогает определиться, будут ли эффективны препараты одной группы таргетной терапии или будут эффективны препараты другой группы. Или речь, когда идет о второй стадии, то есть определенные данные, которые показывают, что у людей, у которых есть мутация в генах MSI, у них, что назначай химиотерапию, что не назначай химиотерапию, все равно будет очень хороший исход. Это позволяет, наоборот, избежать лишней химиотерапии.